Эта фамилия происходит от редкого мирского имени Мамон. Кроткий, скромный, тихий. Однако были и другие возможности возникновения фамилии. Мамона – богатство, пожитки земные, сокровища. А Мамон в переносном смысле – брюхо, обжора. Не зря же говорено – Мамон гнетет, так и сон не идет. В пензенских краях мамонить – это соблазнять, прельщать. А у псковичей и тверитян – обжираться или пить, есть за чужой счет. Мамоня, обжора, объедал, да к тому же еще лентяй и разиня. Варианты фамилии – Мамонин, Мамошин. Мамонов Николай Евграфович – врач и основатель Московского общества русских врачей. Его работы были в основном посвящены санитарии. По его инициативе произведено исследование и опубликованы материалы для истории медицины в России. Из наших современников – Петр Николаевич Мамонов, российский музыкант, актер, шоумен. Родился в Москве на Большом Каретном 14 апреля 1951 года. Окончил Московский государственный университет печати. В начале 1980-х годов в Москве Мамонов вместе с Александром Лепницким собрал группу «Звуки МУ», с которой стал известен широкой публике. Кроме активной музыкальной деятельности, Петр Мамонов снимался в кинофильмах, играл в театре, в частности, в своих моноспектаклях. Признание мировых кинокритиков ему принесли фильмы Павла Лунгина «Такси-блюз» и «Остров», где он исполнил главные роли.